Здорово, ребят, с вами Алексей, и мы продолжаем прохождение Metro 2033, и новая заметка. Давайте прочитаем. Шаг за шагом мы поднимаемся на башню. Мы пришли из-под земли, и мы пытаемся взять небеса штурмом. Вокруг свинцовая туча, будто стена стоит. Ступени изъедены с временем и крошатся под ногами. А ветер такой, что кожу с мяса срывать, кажется, может. Нас не ждут на небесах, наше место под землей. Прям как стихи. Короче, мы забрались на башню. И тут капец, демоны летают всякие. Нужно пройти. Ой-ой-ой-ой-ой. Иди отсюда. Ё-моё. Ай-яй-яй-яй. Все. Я в безопасности временно. Чё он ко мне пристал-то вообще, а? Чё вообще ему надо? Голодный, что ли? Я невкусный. Отстань. Так, блин, куда идти-то, а? Что делать дальше? Нет, 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 вы шутите, да? У меня еще 4 минуты есть. Так, время месяц-то, да, не кончается. Короче, ё-моё. Я куда-то поднялся, я чувствую, я поднялся не туда, куда нужно. Как бы мне не застрять после этого. Где путь? Алло, меня заградили, что ли? Вы прикиньте, где мой путь-то? Ага. Я почему-то не додумался до этого. Лестница выше. Там рядом есть лестница. Давай наверх. Да я запрялся уже. Дальше куда? Так, тихонько, тихонечко. Взорвайся давай. Молодцов! О, ты здесь? Ульман, как слышите? Отбили нападение демонов. Продолжаем подъем. Не совсем отбили. На связи, мельник, мельник. Стреляй, Артем! Стрелять? Артём, мельник, ты стреляй! Серьезно? Вы понимаете, да? Всю серьезность ситуации. А если у меня нет патронов? Как я пройду это место? Так. Ножичка у меня, конечно же, нету. Я весь пустой. Придется. Придется. Молодцом! Пожертвую, что ли, получается. Ульман, как слышите? Денег много. Продолжаем подъем. Продавцов больше нету. Когда он скажет, я стрельну. Мельник, мельник. Стреляй, Артем! Артем, мельник, прием! Горит. Это все? Вы серьезно? Пара патрончиков ему все? Вот черт. Вляпался ты, конечно. ФПС подсел. Вас понял, до 20, до 15. Прием. Лазерное наведение нам тут не поможет, Артем. Облака слишком густые. А как быть? Тебе забраться наверх. Чем выше, тем лучше. И установить систему наведения там. Жить ты будешь, да? Давай, парень. Что происходит с моим ФПСом? Нужно подняться выше. Короче, я ее перезапустил. Пока все окей. Я взял его пушку, валялась там. Думал, там будут патрончики, но патрончиков там, по идее, не было. У меня там всего 3 патрончика валяется. Я заменил его на огнемет. Демона больше, по идее, нету, я его убил с 3-4 патронов, да? Это вообще нормально, нет? Неживучий он какой-то. Я забрался выше, да? Пришел к мельнику. И что дальше? Стоп. Кажется, нам нужно идти другим путем. Ну же, Артём. Да-да, подожди. А, вот, все, нашел путь. Так, не чуется ни сюда. Мне чуется выше.
Так, ничего нигде не валяется. Ничего полезного нигде нет. С башни все печально. Так, мне с Хартбрегу или куда-нибудь еще выше? Стоп. Так. Тут никак. Мы не заберемся. А в этом месте есть лестница, только она как-то не очень, скажем так. Я как-то боюсь, знаете ли. Окей. Разумеется. Еще чуть-чуть и... Подтягиваться умеет, молодец. Ага. Сразу видно было. Как бы сама лестница еще не та самая. Давай, 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 давай. Капец. Так. Окей, сейф. Сохранились в этом месте. Подыхаем. Не тут-то было. Как все опасно. Если так подумать вообще. Все эти спуски, переходы. И фильтрики. Так, вниз... Не, ага, конечно. Пойдем вниз. Не дойдем мы до вниза. Только полетим, мысли. Он здесь. Опять нечистая... Он несет смерть. Показалось, походу. Он пришел истребить нас. Прием, прием. Что делать дальше? Как быть, когда я такое слышу? Походу, когда я внутри, я как бы получаю какие-то сигналы от черных, казалось бы. Так. Демон? Еще один? Не дай бог. Ух ты, какой старенький, походу, уже. Давно валяется здесь. Каким образом? Заметка новая на башне. Их всего, походу, две. Я остался один. Все самое главное мне предстоит сделать самому. Не на кого переложить ответственность, ни у кого попросить помощи. Судьба людей в моих руках и судьба черных. И с каждым шагом моя уверенность в своей правоте тает. С каждым шагом я задаю себе больше вопросов, таких, на которых мог бы ответить лишь хан. Только вот хана теперь рядом нет. Я один на вершине мира, и отсюда вижу многое, чего не мог увидеть с поверхности. Услышать такое, чего и представить себе не мог бы под землей. Я ощущаю присутствие черных, слышу их. В моем мозгу тесняются какие-то образы, звучит эхо непостижимых для меня чужих мыслей. Я знаю, что черные умеют проникать в чужое сознание, что они сводят своих жертв с ума. Может, и я схожу с ума? Только бы добраться, только бы суметь, только бы сохранить рассудок, только бы суметь навести ракеты, только бы суметь. Ну да. Я подозреваю, что больше у нас не будет магазинчиков, поэтому я буду тратить свои патрончики. А издалека вообще все там мутное. Текстурки. Так, я, конечно, все понимаю. Дальше-то куда идти? Так, там. А я взял. Еще выше. Так, нам вот сюда. Окей. А вот это месте не пашет фонарик, да? Такое, знаете, странное место. Типа как аномальная зона, что ли? Вообще больше не пашет. Оп. Я не смогу, вы чё? Я не смогу. А вот так я смогу. Ой, не. Чё-то неладное, скажу я вам. Совсем. Вот так я и знал. Чё-нибудь-то такое будет. Обрушится я. Зацеплюсь я. Ой-ой-ой-ой. По правду поднимается. Нифига себе экстремал.
все рушится. Ух ты, жесть. Такое только во сне увидишь. И то. Назад пути, как я понимаю, больше нет. А путь выше. По лестнице. Остановите его. Уничтожьте его. Ого. Черные атакуют меня? Прием, слышите? Меня пытаются изнасиловать. На вершине, ребята, на вершине. На самой вершине. С очень громкой неприятной музыкой. Ого. Че, серьезно что ли? Короче, мы должны запустить ракеты в то место, где обитают черные, чтобы всех уничтожить, типа как опасность. А в лучшей одежде мы услышим другое. Продержись еще минуту, и мы их накроем. А что делать дальше? Может, не стоит? Я больше ничего не делаю. Нельзя позволить ему. Ой. Я... Мы уничтожим его. Вы похожи на кровососов, только... немного, знаете... черных кровососов, да. Ой-ой-ой. Не решили меня... Что они решили сделать? Ого. Нифига себе пространство. Капец. Дорожки выстраиваются. Ой-ой-ой-ой-ой. Офигеть. Короче, так не должно быть. Окей. Но если они идут там, где появляются... Эти самые... Не знаю даже, что это. Там, где дорога не устраивается, лучше не идти. Упадешь сразу. Замечательно. Ой, 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 ой. Нашел верную, да? Нет, 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 нет. Отпусти, 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 мудила! Нет! Вау! Мы остановим тебя. Мне кажется, это одна из концовок. Я знаю, что в игре, по идее, как бы две концовки. По-моему, в этой игре. Знаю, что в Лучшей Надежде есть две концовки, а в этой не знаю точно. То ли одна, то ли две. То есть дверь указывает на концовку. Хорошую и плохую. То есть убивать черных или не убивать их, да? По-моему. Не помню точно. Короче, мой мозг насилуют, как могут. Все в тумане. Если до меня доберутся, то мне хана. Ой, 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 ой. Они за мной закрываются. Они уменьшаются. Короче, я, походу, попал в замкнутый круг. А если я пойду? Ага, стоп. Еще раз. А если оно не кончается, то понимаете сами, да? Окей. Что-то мне все это напоминает. Нет, 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 нет. Короче, меня пытаются убрать. Сами знаете почему. И ради разнообразия я пойду к нему. Типа концовка, да, плохая. Я подыхаю и... Что-то я даже не знаю на самом деле. Я не знаю, серьезно. А, горы трупов черных, да? То есть я буду живой? Ай-яй-яй-яй-яй!
Короче, ребята, я слишком долго думал. В концовках, ребята, всегда трудное решение. Что выбирать? Какую концовку? Я там буду, походу, не знаю, не в очень хорошем состоянии, но я убью всех черных. По-моему, я проходил ее с хорошей, поэтому давайте пройдем с плохой. Я понимаю, что вам, скорее всего, это не понравится, но это мой выбор. Пусть будет так. Надеюсь, я не с самого начала. А, ну конечно, я там еще не пробежал нифига. Петля, петля, все. Можно бежать, да? Или нифига? Дос-видос. Теперь, ребята, сложный выбор. Допустим. Меня все равно взяли. Вы прикиньте, одно и то же. Не, ребята, это не концовочка, нифига. Игра линейная. То есть, по идее, два выбора, туда или обратно. Либо меня поймают. И там я сдохну. Выбор всего один. Убить всех черных и... Короче, я живой, все. Одна концовочка. Один путь. Я пытался. Это ловко. Ничего не знаю. Уже истощился весь. Устал бегать. Какого? Я уж подумал, что я упал с этого самого опять. Чё за херня происходит, а? Как во сне все. Блин, глаз чешется. Не успеваю я с вами со всеми. Да, только не упади. Дорожка выстраивается. Они не успевают за мной. Опа! Я зацепился за кран! Опять неверно! Ну что делать с вами? Путь, походу, был другой еще. Понятно. Короче, а вообще где я? А, дорога выстроилась, конечно, не сразу, а постепенно. Так и не поймешь, блин. Да-да. Меня за спиной. Не торопясь, бежим. Ага. Ок. Не заметил. Так, так. Там я был. Пути там не будет никакого. А здесь? Короче, бляха. Какое-то необычное испытание. Знаете, я вспоминаю «Принца Персии», «Два трона». Концовочку. В конце было или не в конце, не помню точно. Там тоже. Сами знаете, что было. Если вы проходили, конечно. В общем, как-то тоже необычно. Не знаю, очень странное сравнение, конечно. Но почему-то именно это мне и напомнило. Оп. Добежал. В конце концов. Но здесь... Кто это? Мне кажется, или это? Врагов надо истреблять. Чё за бред? А, я понял, о чем суть. Ой, темнота.
Врагов надо истреблять. Я сделал, что нужно. Он не доходит, я его убил. Я снова здесь, прикиньте. Я снова здесь. Захват цели завершен. Со мной все хорошо. Вылетело! Принимайте посылочку! Ок. Ок. Все? Дамы и господа, мы сделали это. Мы погубили черных, конечно же, но в продолжении все рассказывается, что мы сделали, как бы, и что будет дальше. Спойлерить не буду, потому что мы потом сами пройдем все. И те самые ракеты, направляющиеся на место обитания черных. Да. Именно вот так. Все происходит. Ой. Какой-то мудрец сказал: тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих. Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей. Я защищал свой единственный дом. Метро. И мы победили. Субтитры маленько, как бы это самое, типа. То ли дробятся, то ли отстают. Ну, короче, ребята, мы проделали большой путь. Мы забрались на башню. Мы погибли черных. И, по всей видимости, это конец. Очень такое долгое, медленное. А, ну да. Вот все, и титры, в общем-то. Все директоры и дизайнеры наши, по идее, это украинцы, как бы, по идее, но с русскими именами. Я думаю, что там все с русскими именами. Я не знаю, какие там есть украинские имена. Короче, как бы там ни было, игрушка зашибись. Мы продолжим ее проходить, продолжим уже в Last Light, Луч Надежды. Там-то мы выясним, что случилось с черными и что будет дальше. В общем, пока что я заканчиваю. Надеюсь, вам понравилось это прохождение. В общем, всего хорошего, до встречи, еще увидимся.